Тобто, коли ми говоримо про нестерянку і про те, що росіяни там фактично відкрили такий новий фронт або новий напрямок удару, то наскільки загрозливою може виглядати ця ситуація? Васильівка і Орехова, ну, якщо так брати, чи Роботіна, в залежності від направлення. Это действительно новый участок боевых действий, которым россияне сейчас пытаются поджать наши войска. Поджать, это имеется в виду с правого фланга, ну от нас с правого фланга, поддавить наши войска, которые держат оборону в районе работы. Потому опасный участок однозначно, то есть здесь есть действительно такая серьезная перспектива у россиян, хотя не глобальная, то есть это не стратегическое направление, не стратегическое там движение в сторону Запорожья, это локальные тактические операции как раз для того, чтобы попытаться выдавить наши войска с того вклинения, которое мы организовали в прошлом году по движению в сторону Роботина, в сторону Токмака. То есть тактические операции, причем там есть у россиян некоторые преимущества, связанные с высотами. Там небольшие высоты, там всего лишь, может быть, перепад в полтора десятка метров, но тем не менее они пытаются использовать именно вот эти преимущества и как-то поддавить на наши войска. Я думаю, сейчас вопрос будет решен в ближайшее время, то есть туда перенаправят дополнительные силы, средства. Это все-таки недалеко от ракадных дорог, там довольно-таки хорошее снабжение, переброска дополнительных сил, средств будет организована, прикроют, там авиация может прикрыть, наша довольно-таки близко от наших аэродромов, и летчики, в принципе, могут отработать, и армейской авиации в том числе. Плюс наши части с участием дронов, то есть дронов, FPV-дронов, которые могут, в принципе, локализовать это направление. Но, тем не менее, да, россияне пытаются двигаться, и в том числе здесь, по всему фронту, буквально по всему фронту Запорожскому и Восточному фронту, Донецкому фронту сейчас активизировались российские войска. Ну і ми бачимо, як росіяни у такий спосіб намагаються розтягнути нашу оборону, так, від фактично північного сходу і аж до південного фронту. Ну і з точки зору такого розтягування нашої оборони, наскільки тут загрозливою може бути ситуація, бо навіть сьогодні президент Зеленський каже про те, що західної допомоги замало, коли каже, зокрема, про розблоковану допомогу від Сполучених Штатів. Він каже, що цієї зброї, так, і техніки не вистачає для того, аби укомплектувати бригади, які знаходяться в резерві. І от, як зазначає Зеленський, там далі процитую, росіяни знають, що в нас недоукомплектований резерв, вони знають, що ми не можемо відправити резерв без відповідної зброї. То, на ваш погляд, це наскільки небезпечно може бути для нас ось такі спроби росіян робити лінію фронту ширшою і ширшою? Ну, в этом логика есть. То есть любые учебники, которые обучают выполнению определенных стратегических действий и прописывают растяжку по линии фронта максимально войск противника, который пытается обороняться, для того, чтобы уменьшить плотность войск на том направлении, которое выбрано для стратегического удара. Это направление, оно должно быть обеспечено резервами. И только на этом направлении будет достаточное количество резервов, которые по плану, по любому практически плану, который прописывается генштабами, входит в прорыв на линии фронта. То есть и вот по резервам можно четко определить, где россияне будут планировать или как минимум планируют прорваться и выйти на оперативный простор. Это восток. Восточный фронт. Это район Донецка, это направление в сторону Покровска. Покровско-Добропольское направление, я бы так сказал. Покровск, Доброполье выше, севернее. И вот этот участок фронта следующего, планируемого россиянами, это уже практически граница Донецкой области, то есть административная граница, это является россиянам в этом году стратегическим планом, то есть то, что они должны выполнить в этом году. Поэтому и то количество
резервов, которые сейчас есть в районе Донецка, как раз об этом говорит. Основное давление россиян будет именно в сторону Покровска. Разными путями. Дело в том, что они и с юга пытаются со Старомайорского двигаться в сторону Времевки и Великой Новоселки. Это на Покровск с юга, с востока, с района Донецка тоже несколькими потоками, тремя там потоками пытаются как-то выдвинуться на Курахово со стороны Марьинки, со стороны Песок на Карловку, ну и с Очеретина будут пытаться выходить на дорогу, ведущую от Покровска на Константиновку. Причем как раз выход из Очеретина может быть потом в две стороны, и на Покровск на юго-запад, и на юго-восток в сторону Константиновки, то есть на окружение Торецкого гарнизона нашего. Но эти все планы понятны, они прям они нарисованы практически на карте, то есть сама карта боевых действий, расположение сил средств об этом как раз и говорит. Потому и мы видим сейчас попытку растянуть фронт, боевые действия в районе Харькова, это на севере, боевые действия в районе того же Работина западнее, на западе этого участка фронта. Для этого как раз и направлено, чтобы наши части, которые сейчас действительно недокомплектованы. Почему? Потому что то количество помощи, которое было обещано, ну, оно, во-первых, быстро-то и дойти не может. Почему? Потому что новую логистическую цепочку запустить весь процесс, это надо хотя бы полтора-два месяца. А вон запуск произошел только в начале мая. Потому реально вся цепочка заработает на максимальную мощность где-то, поставки имеется в виду, там, со Штатов к нам, где-то к середине мая, к концу, середине июня, к концу июня. Ну, где-то так, полтора-два месяца со старта, с начала мая, где-то так оно и будет. Потому на данный момент, россияне это прекрасно понимают, на данный момент у них есть окно возможностей в несколько недель, для того, чтобы максимально продвинуться на каких-то участках, и они этим пользуются. Потому президент, конечно, в этом смысле прав, что недостаток на данный момент в основном американской помощи из этих 60 миллиардов дает возможность россиянам продавливать линию фронта на определенных направлениях. Ну, так само Зеленський говорить про те, що Україні потрібні додаткові системи Петріот. До речі, напередодні в МЗС Німеччини оголосили про те, що якраз нову систему, одну, буде передано до України. Також пакет допомоги на 500 мільйонів. Будемо сподіватися, що, зокрема, можливо, це убезпечить трохи небо над Харківським регіоном, який дуже потерпає від російських обстрілів. Ну, і так само Зеленський каже, що необхідно розширення поставок F-16. Але поки ми не побачили жодного літака і зрозуміло, що вже дуже довгий час про це говоримо. Хоча трохи раніше міністр оборони України заявив, що вже дуже-дуже скоро в Україні з'являться F-16. То чи є у вас, ну так би мовити, передумови вважати, що вже цього місяця дійсно наша армія отримає ці довгоочікувані винищувачі? Да, в течение, скорее всего, нескольких недель, не больше. Почему? Потому что, ну, во-первых, тренажер уже развернут. Тренажер летчика разворачивается, ну, для выполнения как раз задачи определенного курса боевой подготовки, без которых, без тренажера летный состав, естественно, выполнять эти боевые задачи не может. Там есть несколько упражнений, которые надо проходить именно на тренажере, переключение внимания, отрабатывать, издавать некоторые зачеты на действия в особых случаях в полете при отказе авиационной техники, ну и так далее и тому подобное. Целый курс. То есть разворачивание-то уже есть. Вопрос решен с передачей тех же летающих радаров. Мы это видели и слышали. Как минимум два этих самолета нам будут передавать. А еще два самолета недавно выкупила Польша. На Ближнем Востоке, по-моему, саудитов они перекупили эти два самолета. Два самолета, которые им, в принципе, не надо, не нужны именно в таком исполнении. Почему? Потому что польские военно-воздушные силы, они все-таки получают информацию от самолетов ДРЛО, ну, более мощных, по крайней мере, по дальности, раза в два мощнее, там, до 800 километров они видят эти летающие тарелки, так называемые. Это плоский радар, который мы сейчас получим, как раз два самолета. Как раз, а скорее всего, и польские нам, в конце концов, тоже передадут. 3-4 самолета — это как раз для полного закрытия фронта практически со всех сторон для выполнения боевых задач для F-16. То есть сейчас пока все говорит о том, что в ближайшее буквально время F-16 у нас в каком-то количестве появится. Это может быть пара, звено, это может быть эскадрилья, но
Об этом уже, конечно, знать был только наш генштаб, закрытая информация, но сами самолеты точно будут. Плюс, допустим, разворачивание и поставки тех же «Патриотов». F-16 без «Патриотов», ну, это будет, ну, нелегкая, но, по крайней мере, цель для россиян. F-16 работают в триаде, это очень важно. И оборонительная триада, и наступательная триада. То есть F-16 самолет, пусковая установка для ракет, зенитно-ракетный комплекс типа «Патриот», как глаза дополнительные для F-16, которые друг друга прикрывают. То есть F-16 прикрывает «Патриот», «Патриот» прикрывает F-16. Особенно те модификации, которые нам будут передавать. У «Патриота» ракета идет дальше 150 километров, у F-16, который нам будут передавать, 100-120 километров. Потому эта пара как минимум. Плюс третья часть триады — это как раз вот эти летающие радары, о которых я говорил. Потому заход «Патриот», даже первый «Патриот», который сейчас нам будут передавать представители Германии, а это уже, они уже несколько «Патриотов» нам передали. То есть этот «Патриот», скорее всего, пойдет в паре работать как раз в этой триаде с F-16 и летающим радаром. «Патриоты» надо однозначно искать. Есть достаточное количество этих комплексов в мире и на Ближнем Востоке. Да в том же Израиле. Сейчас Израиль снял 8 «Патриотов» с боевого дежурства. 4 сейчас «Патриота» уже переведены в складское состояние. То есть их вообще соскладировали и положили в долгий ящик, называется. Надо работать. Кстати, с «Патриоты» в мире есть, естественно, надо работать с Соединенными Штатами, с Британией однозначно, потому что есть определенное влияние Великобритании, допустим, на тот же Израиль. Работать надо с Францией в этом смысле, ну и Германию не забывать. То есть нужно иногда показывать, где взять, как через третью страну можно достать «Патриоты». Нам надо, ну, где-то до десятка «Патриотов» для того, чтобы F-16 работали в полном объеме. Иначе этот самолет, ну, будет выполнять задачи носителя противоракетных систем и не более того. Зрозуміло. Ну, а тим часом, поки ми очікуємо, власне, американських винищувачів, ми напередодні вже офіційно отримали дозвіл бити західною зброєю по російській території. От, щоправда, як пише політик, українська влада розчарована таким частковим скасуванням обмежень на використання західної зброї, зокрема, американської зброї по території Росії. Також видання вказує на те, що багато інших наших партнерів і союзників, власне, дозволили використовувати свою зброю без обмежень. Але от вже сьогодні президент Зеленський перебуває у Сингапурі, де, власне, проходить безпековий саміт. Там він має зустрітися з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Можливо, власне, якраз і вдасться домовитися про скасування решти обмежень на використання американської зброї. Але навіть те, що ми вже маємо. Як ви це оцінюєте? Бо от, наприклад, російські ЗМІ написали, що сьогодні вночі вже 40 вибухів прогреміло над Бєлгородом. Ну, скорее всего, это было два пакета, 2 по 20 ракет. Два пакета, скорее всего, это «Град» отработал вампирами чешскими. Дальность вампиров 40 километров. Дальность ракет от «Града» 20 километров. Но пусковые установки «Град» могут использовать чешский вампир. И мы, в принципе, работаем этим вампиром уже по Белгородской области, по военным объектам. Потому вот пакет либо 10, либо 20 ракет, два пакета по 20 ракет, это как раз одна установка «Град» отработала. А вот то, что уже начали использовать как минимум 8 ракет, это как минимум 8 ракет М-31 с дальностями 80 километров, это работали «Хаймерсы» из-под Волчанска. Это уже россияне тоже показали и показали обломки этих ракет. Это действительно ракеты М-31, запущенные с «Хаймерсов». То есть, но дальность этих ракет всего лишь 80 километров. То есть до пусковых установок, допустим, которые бьют по Харькову, С-300, С-400, эти ракеты не достанут просто. Эти 80 километров не достанут, потому что установки будут со 100-120 километров. А для того, чтобы их достать, это надо как минимум 100-мильные атакамсы. А вот как раз атакамсов нам и не дают использовать. Атакамсами не дают бить по россиянам, потому здесь сейчас и возникает этот вопрос. Я так понимаю, что американцы сейчас попытаются
разрешением на использование нам атакамцев по российской территории, попытаются надавить на россиян. Может быть, вплоть до того, что россияне свернут эту операцию в районе Харькова, иначе американцы нам дадут разрешение и еще и поставят достаточное количество атакамсов, даже 100-мильных. Ракета М-39, она хорошо себя показала, уже больше полугода она работает. С прошлого года мы видели удары этих ракет. Это кассетные ракеты с кассетными боеприпасами. 950 боеприпасов М-74, которые накрывают довольно-таки большую площадь, уж точно те же пусковые установки С-300, С-400, ну, полностью отминусуют, если начнут работать, по крайней мере, на дальности в 100 миль. 100 миль — 165 километров, то есть, по большому счету, даже не подходя к границе на 30, 40, 50 километров вне поля деятельности российских ударных дронов типа «Ланцета», они отминусуют С-300, С-400. Понимая эти проблемы, россияне, может быть, сейчас действительно примут решение вывести там войска с Белгорода, вывести войска и в том числе с некоторых позиций. Потому надо подождать, я думаю, несколько дней, может быть, максимум неделю, и будет понятно. То есть этот, ну, в нашу сторону, так сказать, шантаж россиян может быть и сработает. То есть иногда американцы таким механизмом пользуются. То есть дают время, там, допустим, за неделю свернулись, убежали, или начнут работать атакамсы с дальностью там 100 миль или 300 километров. Ну, посмотрим. Вот неделю надо еще посмотреть за этой ситуацией. Ну, будемо дійсно стежити, поки навпаки бачимо повідомлення про те, що справді росіяни можуть розпочати таку вже нову або другу фазу наступу на Харківщину. Я вам дуже дякую, пане Романе, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Друзі, Роман Світан, військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник запасу нашої армії, був на прямому зв'язку.